Всем привет, дорогие друзья, с вами Тимоха. И, в общем, долгое время я не мог зайти в GTA 5 онлайн, в GTA RP. И, в общем, я нашел решение. Ну как я нашел? Я написал техподдержку, долго ждал. Но мне ответили. И в итоге я много чего перепробовал, вообще все. Там перезагрузить роутер, там, блин, всякие фигню ли вставлять. Вот, короче, все перепробовал, удалял, восстанавливал. Мне единственное, что помогло, это, получается, я зашел, ну вот, то, что мне ответили в Rockstar, в принципе, вот, все, что можно попробовать сделать, в принципе, вот, и что я сделал, получается, первое, я сделал, зашел в свойства, локальные файлы, просмотр локальных файлов, у меня зашло, мне надо было создать вот этот текстовый документ и сюда вставить вот этот вот, получается, ну, вот это название. Так, вот, вставляем, сохраняем вот под этим названием прямо. Вот, и второе, это надо, знаете, что сделать? Установить параметр запуска. Когда я зашел установить параметр запуска, у меня здесь было написано вот эта вот надпись, получается. Я ее просто взял, удалил, нажал ОК, все, закрыл. Даже вроде компьютер не перезапускал. Да, я компьютер не перезапускал. И она у меня сразу же запустилась. Так что, надеюсь, я кому-то помог. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем удачи, всем пока.